В Чебоксарах все больше молодых людей увлекаются танцами. На этот раз мастер-класс в стиле «Данс-холл» прошел во Дворце культуры имени Хузангая. Как осваивала ямайские ритмы танцующая молодежь столицы республики, выяснили Анастасия Алангина и Николай Яковлев. Познакомить чебоксарскую молодежь с ямайской культурой приехал танцор из Ульяновска Кирилл Крупочкин. Он с детства занимается танцами, сначала брейк-дансом, хип-хопом, а сейчас и другими урбан-культурами. Кирилл увлекся одним из видов уличных танцев. Это мой первый выездной мастер-класс в городе. Мы периодически делаем и дни открытых дверей, и благотворительные какие-то мастер-классы проводим. А я только рад поделиться с людьми, которые горят танцами. Данс-холл – танцевальный стиль, появившийся на Ямайке в 70-х годах 20 века, представляет собой новое развитие музыки регги. Популярным он стал в 80-х годах, а широкую известность в мире приобрел уже в 90-е. Данс-холл – это стиль жизни для многих людей в Южной Америке и на Ямайке. Во время мастер-класса участники узнали об истории стиля, обучились базовым комбинациям. Во второй день – хореография, и в конце всех ждет зрелищный баттл. Организаторами столь интересного мероприятия являются девушки-танцоры из группы X-Crew. Я занимаюсь танцами уже 3 года. Вот. А этот стиль я начала танцевать, данс-холл уже, сколько я танцую, наверное, тоже 3 года, да. Я так же, как Катя, мы танцуем вместе, я, может быть, чуть-чуть подольше, 4 года. Данс-холл я бы не сказала, что я занимаюсь долго, не сказала бы, что занимаюсь постоянно, но он меня всегда интересовал, музыка, это данс-холл, это единственная, наверное, музыка, которая мне нравится всегда при любом настроении, и вот поэтому, когда ее слышу, хочется просто танцевать. Как отмечают специалисты, в нашем городе очень сложно этому стилю развиваться. Мало профессионалов в стиле дэнс-холл. Поэтому организаторы были очень рады видеть столько заинтересованных танцоров. Анастасия Лангина, Николай Яковлев, Республика.